Чувашия продолжается борьба с незаконным игорным бизнесом. А накануне сотрудники полиции совместно с представителями Росимущества уничтожили технику, которая использовалась в азартных играх. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. 9 сентября на базе организации НПО «Экология» в Чебоксарах были уничтожены, изъяты из незаконного игорного бизнеса игровые автоматы и другое оборудование. Всего под 16-тонный пресс легло 142 одноруких бандита. Подобное мероприятие проводится уже не в первый раз. Предыдущая утилизация состоялась в ноябре прошлого года, в ходе которой утилизированы 107 единиц игровой техники. На сегодняшний день территориальным управлением Росимущества Чувашской Республики утилизированы все 249 единиц игрового оборудования, которые переданы правоохранительным органами для уничтожения. Работа в данном направлении продолжается. Практически каждую неделю полицейские выявляют точки, где проводятся незаконные азартные игры. В последнее время организаторы такого бизнеса чаще используют обычную компьютерную технику с выходом в интернет. Только в этом году полицейскими изъято более 200 системных блоков из нескольких десятков игровых салонов. В 2013 году сотрудниками полиции было закрыто 65 игорных заведений. По решениям судов было наложено штрафов на сумму более 5 миллионов. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле у руководства МВД и будет продолжена в будущем. Кстати, если вам стало известно, что где-то открылся очередной игровой салон или ваши близкие стали там оставлять немалые суммы денег, просим обращаться по телефонам 24 15 38 или 02.